Привет, дорогой чатик. Скажи мне по традиции, хорошо ли меня слышно? Я тебе по традиции скажу, что я очень по тебе скучал. И мы оба знаем, что ни то, ни другое, по сути, неправда. Поэтому просто давайте поговорим на всякие отвлеченные темы. Вы будете говорить мне хорошие вещи. Я тоже буду притворяться, что мне все это интересно. А после этого мы с вами будем играть в игру, которая будет плохой, но мы будем делать вид, что она хорошая. На стриме, который отстоен, но вы будете делать вид, что вам здесь нравится. Примерно вот так сегодня и пройдет вечер. Все тлен, все суета и все очень плохо. Жизнь идет своим чередом, а в конце нас всех ждет смерть. И на этой прекрасной ноте я хотел бы вас поприветствовать. Здравствуйте. Да мы с Дашей, говорю, по-моему, ищем в одном и том же месте. Просто, а в этом режиме можно... Уйди отсюда! ...убить акулу. Сюда! Где ты? Нет, типа, не... Тут был Артур! Не тогда, когда она тебя хватает, а вот этими палочками. Блять, что произошло? Что это было? Скажи тебе, пожалуйста. Меня на берег выкинуло! На берег сукинулся, нахрен, короче. Я на берег выбросился. Народу нажал. Подожди, подожди. Воу! Так, возьмем с пупка свое вот это. Please enter the keycard code. Wrong code. You have violated the protocol. Воу. Че сразу-то взрывы-то, блин, ну хорош! Please enter the keycard code. Discard all personal things, including clothes. В смысле, Wait, пиво? No. What the hell? Maybe at least inside, it's a bit chilly here. Discard all personal things, including clothes. No, I understand. You are a soulless cold machine. But the hell with you. It's not that cold. Place your clothes in this bag. Your clothes have been compromised. You have violated the protocol. Нет. Сука. Да как это работает? Она сама упала. Сейчас бы выпендриваться в чате. Это так умно, знаешь. Да хп понимаешь или что? Что там делают? Чат, запомните, это какой-то вот, короче, читак. А, он спрятал его? Я знаю, что два раза из дробовика можно, но я типа не успевал, мне машину надо было спрятаться. Не бесите. Ну, а серьезно? Бля! Боже! Что врезался? Долетел куда-то. Господь всемогущий, я ебанулся. А давай вот это. Так, бензин, масло, воду. Сука, кто это залил вообще в контакт? Ладно, продолжим. Oh,
Ясно. О, тут аптечка халявная. Еее, она не активна. Я чувствую мясо! Оно плавает. Вы что не ищете? А я это мясо себе на обед. На Е нажимаешь. А я на обед. Это мясо себе! Потому что ты будешь без ног вообще. Я лутал! Да конечно! Я тоже вену уже вдоль этого. Где там? Да хорош, да сколько можно-то, боже мой, бешеная какая-то насадная. Всё, мы прошли. Залазьте скорее. Да сюда, шарочка, залазь. Кто-то последний рвал кого-то в клетку. Я рвал Диму, по-моему. Нет, это не Диму, по-моему. Oh, for fuck's sake. I can't take it anymore. Yep, I need to pee. Fuck you all. Oh, yeah. Oh, that's better. Все хорошо. В смысле? Я же прям туда писаю. Я же писал туда, все было нормально. Это ты все испортила, металлическая тварь. Ты специально троллишь меня, чтобы убить. Ну все, ты хоть пасу перед смертью. Типа, я, конечно, описался, но, блин, обоссался-то я как надо, по правилам. Подожди ты, господи. Ага, ясно. Так, оно не открывается. Подожди, а что это такое? Блять, да серьезно, ну хорош, что, блин? Я больше не буду, я буду четко следовать, все, четко следовать указаниям буду, окей? Нет, нет. Даша! Даша? Ты живая? Да. Что это было? Я ударилась об табуретку, которую забыла в коридоре. Чел, ничего не видел, ничего не слышал, окей? Я отходил, что происходит. Сам разберешься, понял? Ну да, я такой. Правда? Нет, не правда. Помоги, написано. Именно вот так вот. О, боже мой. Так, ладно. Кто это озвучил? Самая большая тема. Она, бля, шланги, бля, нормально, нахуй, 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 бля. А, бля, надо. Ну, блин, я же не вижу, включите свет, ну. Мешало, к кому я прижимаюсь? Я уже не могу с тигре. Так, хорошо, ладно. Да блин, чё я столько искал, типа я думал, сейчас поиграем. Так, хорошо. А что вы тут делаете? Сейчас я к вам приду по сюжету. Это что, кровь? Откуда она капает? Это вода? А можно я глаз у вас заберу? Я уже не понимаю, что там
ко мне происходит вообще? Хорошо. Ну, тут выбираешь время. Ой, дырка. Куда идти, но не знаю, как туда идти. Это было страшно, слышь. Продюсер Томми Вайс. Большое спасибо, Томми Вайс. Это ваша игра. Эту игру вы мне посоветовали. Молодцы, молодцы.